Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрейд 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а то бишь Нефрейд. И сегодня мы продолжаем прохождение кого? Конечно же, Горький 17. Запретная зона. Зона отчуждения. Нет, шучу. Ребят, кажись, я тут телек еще не выключил. Приставку у телека, пардон. Сейчас я тут быстренько чпок. Тут он, кстати, у меня КТ на окне загорает. Вон, смотрите. Кот на окошке у меня, да, Шустик. На клаве. Клава тут у меня лежит. Он тоже у меня пытается со мной играть. Шустик, покажи свою мордочку всем. Вот, видите, вот это Шустик мой. Ору кусаки, да. Тот, кто мне мешает играть иногда. Поставьте Шустику Люба. Да и просто не забываем ставить Люба, подписываться на канал. Ну и, конечно же, оставляйте ваши комментарии под данным видео. И вступайте в две наши группы. Это ПК-59 и наши 90-е. Ну а мы продолжаем. Кстати, ребят, я все-таки прошел до того места. Там была молния лежала. Это очень хорошая пушка. Сейчас я вам, кстати, ее покажу. Молния, вот она. Она лежала. И, по-моему, ракет что ли, или что-то еще. А, нет, вот это вот лежало. Так, мы сейчас пожрем продукты. О, точно. Сейчас Селивана всех накормит. Подхпшимся. Ну и всем хорошо. Дайте куда нам идти? Вверх-вниз? Прямо влево? Так, давайте пойдем сюда. Сука, он сюда говорит, нихера нельзя. Че, махать сейчас будет, да? Так, ящик пока. Че в этом ящике? Еще одна зутная пушка. Пластыри. Так, сейчас мы это все раздадим. Давайте пластырь отдадим еще тебе. И юка. Что у вас там? Ой, да вас, у нас тут вообще тут зажрались мы аптечками. Хорошо, проходим вообще игруху. Блять, почему-то не выделено. Во. Это Тарасу надо. Он у нас дробовиком. Так, Селиванов, у тебя две азотных пушки. Давайте одну дадим Юка. Что, сюда нельзя? Опа. Дверь к реактору. Блять, а куда нам вначале? Открыть? Что тут есть? Реактор, облит, радиация. Главный компьютер. Потыкаемся. Включить. Ну, блять, мы его включили, чё? Всё, ну здесь делать больше нехер. Ладно, пойдемте. Так, тут паровозик стоит. Это установка. Что же это все-таки такое? Она чем-то напоминает мне установку, что мы обнаружили тогда на заводе в Грозном, помнишь? Но, честно говоря, я и понятия не имею, зачем она была там нужна. Это меня не удивляет, Коврига. Ты что-то имеешь против моего мнения? Ну ладно, ладно, не горячись. Ладно, проехали. Так, давайте-ка сохранимся. Попробуем зайти. О, блядь, махач. Что это там, блядь?
Нихуя себе, что это было? Задайте-ка ему по первое число. Огонь! Ну, сволочь! Лови подарочек от хлопца ковриги! Блять, что это такое? Инкубус, это что за тиран, блять? Блять, еще один такой же. И заморочек. И еще один заморочек. Оооо, сейчас чувствую, нам будет весело. Так, бля. Так, Селиванов. Ой, блядь, я не то нажал. Задайте-ка. Я хотел выбрать оружие. Получил. Его замораживать можно, кстати? Давайте проверим. Херня, ты Блядь, ты замораживаешься? Есть. Так, пойдемте первым делом эту штуку сейчас валить. Потому что, сука, что-то я не доверяю, какая-то она большая. Вот солнышко, сука, вышло. Солнышко, враг мой. Юка, а ты попробуй пока разобраться вот с этой херней. О, давайте приманку кинем. Может, на него поведутся? А если нет, ну, будет Юка больно. Не повелся. Что-то он делает, шарик, блядь. Ты чё тут шарики раскидываешь, Удот? А ты вот у нас любишь жариться, это я знаю точно. Отморозок. Давайте-ка валить по-бырому этого инкубуса. Блять, я не знаю, что это такое, но он что-то какие-то пакости делает. Я уверен, что это нехорошие пакости. Это надо на толпу бросать. Так, бляха-муха. Чем бы тебя шиндарахнуть-то нормально? Ну, придется нашей пушкой. О, нормаляус. А ты хахти давай-ка его битой нахер, вот так он, да. Хорошечно. Что за хуйня он раскидывает? Так, сам проснулся, да? Заморозка у нас еще не готова. Тараска, давай-ка проверим-ка. Шокером его. Блять. Понятно. Он спать не будет. Дай-ка я ему ёбну попробую. Ничего такого. А мы сейчас отморозкой тюхнем. А, эти штуки взрываются. Это как мины какие-то.
Как-то он странно их раскидывает. Ой, меня сейчас заморозит. Да. Я тебя херня еще прикончу. Что это за создание такое? А если магнитом? То мы все равно, сука, не дотягиваемся, да? Вот так дотягиваемся. Ой, блядь! Я себя поджег. Селёна, прости. Коврига просто опять размонтовался. Коврига снесло крышу. Коврига просто буйный тип вообще. Своих нахрен поджигает. Да заморожен я, заморожен, что ты со мной делаешь-то? Find the hole! Бумска! Потихоньку будем с этими разбираться. А чтобы вот этот, который в могиле лежит, не стал. Так хоть замораживайся, я и так заморожен, блин. Так ведь, Селиванов, блин. Хер этой штуки, да? Морозильнику этому сраному. Ничего, мы этот морозильник еще, блядь, разморозим. Не примемся вот за эту херню тень. Он отступает, ведь, смотрите. Стратегические действия, сука, от меня уходит. Давай, Коврига, ты его пожарим. Он очень любит гореть. Да не это. Вот так никак не дотянуться, да, сука? Облом. Ничего, сейчас Селиванов прикончит, да. Эх, солнышко-то как выглянуло, блин.
Мадонны. Он ковриги кидает шарики. Надо запомнить, шарики взрывают через два хода. Так, мы быстро штурмуем. По-бырому. Коврига, ты ничего в него не стрельнуть не можешь? Можешь даже уже. А выстрела в спину-то не ожидает никто. Шариками. Надо тебя зажать бы где-нибудь. Кусок ты говна и таки. Ох, ты сейчас у меня схлопочешь. Ничего, ща хлопцы-то доберутся до тебя. Ребята бравые мои. Ты сейчас в уголок попал. Заметил, наверное, сам, да? Нехорошее место у тебя сейчас. Тоже подбирайся потихоньку уже. Юка. Он сквозь даже прошел. Зука, бля. Ты же гореть-то любишь, да, ведь у нас? Мы же знаем. А, бля. Жарко становится, да, бля? Давай, бросай тут под себя, блин, придурок. Ну ты, ебло-то, сам понимаешь, что ты наделал? Я тебя сейчас с этой стороны обойду. Буду вообще лупцевать. По-жесткому. Не нравится, да? А сейчас еще больше не понравится, мы тебя сейчас заморозим вообще нахер. Ой, гореть, да перестанешь, сука. Это плохо. Ахахти подбирается, ахахти подбирается. Давай вас попиздрячим вручную нахер. Ути, как больно ему стукнули. А сейчас еще. На следующий год еще и хахти подойдет. Ах, типа дошел, он хоть топориком ему тюхнет. Так вот. Вот так, уделали мы этих падл. А, Рокусаки мне тут прям шустя мой. Вообще, балдюет вон как. Вон ему как хорошо, да? На моей клаве лежать, да?
На моей игровой клаве лежать, да, программист мой. Так. Твою мать! Чё, черт побери, тут произошло? Хм. Похоже, система телепортации все-таки работает. Надеюсь, наш датчик ДНК в порядке, и мутант никого из нас не прикончит. Ну да, надеемся. Так странно сбросил реально. Так, служебное помещение, там ничего не понятно. Так, давайте сейф сделаем. Оружие. Блять. Вы что, ребята, ослепли? Не узнаете нашу форму? Мы же на вашей стороне, группа МЧС, номер один. Это не мое личное решение, майор Селиванов. У нас есть приказ. Этот сектор должен быть очищен. Наше начальство договорилось с вашим. И НАТО, и МЧС приняли это решение вместе. Ваша экспедиция закончена. Пожалуйста, положите оружие на землю. Медленно и аккуратно. Эвакуационная команда уже в пути. Она доставит вас обратно на базу. Все это звучит слишком знакомо. Где-то я уже это слышал. У меня есть приказ, и я буду его выполнять до конца. Вне зависимости от того, что там решили шишки из НАТО. Юка, Тарас, укрытие! Майор... Я надеялся, что вы не будете сопротивляться. Поверьте, мне не хочется вступать с вами в перестрелку. Мы оба солдаты, мы знаем, что такое приказ. Увы, вы сами усложнили нашу работу. Огонь! Микола! Стоп! Стоп, вам говорят! Тарас, почему они нас стреляют? Мы люди! Да посмотрите на нас! Мы еще люди! Сволочи, вы еще заплатите мне за это! Бля. Так, удачно вы встали. Тарас, у тебя есть кое-что интересное. Ну давайте вот так. Минус. Ну чё, двое натовских ублюдков. Отходим сюда, Тарас. Воу-воу-воу, хп-то у нас. Селиванова-то нормально пошмаляли. Сейчас мы подлечимся. Юка даже побили. Сейчас мы, блядь, за Юка-то тут тоже сыгранем с этим в рулеточку. Сейчас мы этим надом покажем русскую рулетку, блядь. Ах ты ж пиндосня грёбаная. Ах ты, блядь. Ничего, мы доберемся до вас. А, промазал? Пиндос. Дудос тебе сейчас будет, пиндос. Мяу. Смотри, он тут даже Рюкзаки говорит мяу. Пиздос говорит. Этим пиндосом сейчас будет, да.
щам этих гондурасов, бля. Но мы его сейчас тоже усыпим, бля. Да, Тарас? Сейчас мы, блядь, им покажем. Сука. Кузькину мать. Ой! Как ты так сделал? Ну и ладно. Гранату уж одну не жалко. На пиндосов. На пиндосов и гранат не жалко. А этого мы сейчас прожарим. О нет, мы же из бластера давно не стреляли. Ща, блядь. Ой, больно нам стало, да. Ой, блядь. На тебе пиздец настал, чувачок. Ты будешь жареный. Ну чё, пиндосы? Ох. Сейчас Юлка поджарит еще одного. Минус. Шустик со мной пытается все разговаривать, ребят. Он показывает вам, говорит, пиндосов надо валить, да, Шустя? Пиндосов валить, да, скажи? Пиндосов валить. Всех пиндосов завалить, да? Он не мергает все. Шустик тоже не любит пиндосов. Везде свой нос суют они. Селивана, давай-ка 14 хп сбей ему. Не смог. Сука, печально. Он успеет нас выстрелить тогда. О, в тебя стреляет, смотри-ка. Ох ты, блядь, контратакой сейчас его добьешь. Селиванов wins. Так, америкосы получили люлёсов. Так, тут, блядь, что надо сделать? Рычаг. Паровозик уехал. Там ящик лежит, смотрите. Ну это хорошо, ракеты все забрали. Да. Ну а на сегодня, ребят, это все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Nefrite 1987. С вами был Неф. И Оро Кусаки. Шустик, да? Попрощаемся со всеми, да? Скажу всем пока-пока, да? Пока-пока. Да. Все, ребят, он вам тоже говорит пока-пока. Не забываем поставить любо, подписаться на мой канал. Ну и, конечно же, оставить ваш комментарий по данным видео. Всем до новых встреч. Пока-пока. Let's rock.